Всем привет, играем в Фазмофобию, соло кошмар Безулик Эйчфилд. Сегодня у нас на Эйчфилде Кенни Бакли, ниже 25 рассудок, распятие, паранормальный уровень. Как вы поняли, у меня отличная погода за окном. Мне лень вставать, идти шторить окна. Поэтому мои замечательные лампы светят не так, как должны. Но при этом освещение в комнате вполне меня устраивает. Поэтому, ну, короче, вы поняли. Я сижу, наслаждаюсь солнышком. Мне кажется, был... телефонная вибрация произошла. Так, у кого тут телефонная вибрация? Это не стыдно, если что. Признавайтесь. Понял. Угу. Если я вот так положу туфли. И еще вот так сверху кеды. Здрасте. А чё за длиннорукость не такая? Некая. Нифига себе, да? Угу. Ну, активность есть, это не может не радовать. Это значит, что... С большой долей вероятности у нас не тень. Давайте порадуемся хоть этому. Сделала кучку не в том этом, не в том месте, не в то время. Так, а проклятый-то какой? Лапа. Плохо. Кость мне еще нужна. Кость нужна. Я еще не осмотрела первый этаж до конца. Что-то там. Ой, сеанс одновременной игры, да? Так, а соль нам что, не привлекательна прям совсем? Прям фу. Соль-то, здорово. Сфоткала взаимодействие. А что ты хочешь за мной? Я кость ищу, иди и это самое, по соли походи пока. Близнецовство, да, какое-то небольшое есть? Ага, тихонько. Некое.
Блин, там еще и этот. И распятие надо, чтобы сработало. Все, да? А уже все. Нет. Соль все-таки наступлена. Окей. А вот где призрак прям... прям обитает, да? Не очень ясно. Куда ж он пойдет-то, блин, а? Сейчас посмотрим. Хочу вернуть рассудок. Сейчас комнату поменяет, да? Вообще может стартануть откуда угодно. Ну что, с полтоса-то можно уже атаковать. Здесь нельзя прятаться. А где прятаться? В коридоре, по-моему, да, один шкаф есть. Где прятаться-то? А мне спрятаться где-то надо бы. Спрятаться! Чё на полтосе не атакуем? А если я сделаю вот так? Да ладно, ты Мара? Или так совпало? Мара или совпала? Тяжело идет. Самую малость на близнеца похоже, да? Все-таки. Так, а мы что, беседа? Чайник уронил. Нет, мы со светом. Это тяжело он шел. Не знаю, с чем связано. Может, скорость была близнецовская. Может, я себя накрутила в этот момент, но как-то да. Тень, я думаю, можно убрать. Что ж он шел? И отсюда. Не отсюда. Не отсюда. Сюда. Ну точно сверху же. Коробка. Мне кажется, это близнецы. Значит, не Мара.
Может, атака какая-никакая будет. Нет. Средний рассудок еще надо посадить. Давай попросим восход солнца. Хочу восход солнца. Какие-то призраки пошли, неактивные. Я думаю, что это близнецы. Мне кажется, вот этот был побыстрее. Осталось понять, куда кинуть распятие. И мы, в общем-то, в шоколаде. Он шел откуда-то, ну не очень прям, чтоб издалека. Не из дальних комнат. Но, видимо, не из той, где я... Оставила крест. В коридоре может бросить. Цепит, не зацепит. Мне бы посмотреть, конечно, откуда он выходит. Совсем неплохо. Этих близнецов фиг поймаешь, понимаешь? Котика нет, что ли? Они ж, блин, в нескольких местах одновременно тусят. Не знаю. Нерсери вышел. А чё ты из нёрсери вышел? Так... Хорошо, смотри. Не балуйся. Кстати, перещелчок был. Но мы точно знаем, что это не Мара. Лишний раз говорит нам о том, как все эти проверки зыбки. Наконец-таки. Да ладно. Да ладно, плевать. Так, а фотик-то мой где? Видите, это мимик, который нас разводил все это время. Который просто нас обманывал жестко.
что тут он Мара, тут он Близнецы. Блин, жалко взаимодействие на две звезды. А то было бы идеально. Хотя, может, это еще и мимик, поэтому нифига это не идеально. Нет, это все-таки Близнецы. Ну, бонус за расследование, конечно, я считаю жестоким наказанием, если ты одну фотку всего лишь сделал на две звезды и за это должен получить меньше $3000, я не знаю, Дикей, мне кажется, это слишком жестоко. Ну, главное, что Близнецы выявлены, но там, мне кажется, даже по двойным взаимодействиям скорее было понятно, что это Близнецы, потому что в разных частях дома происходит какая-то чертовщина, что-то летает, руки длинные, ну, прям было палевно. Спасибо всем, кто смотрел, увидимся с вами в новых сериях, всем пока-пока.